Re, viss ēters ir te! Продлить учебный год. С таким неожиданным предложением сегодня выступил министр образования Карли Шадурскис. Данное изменение может быть введено уже в будущем учебном году. Причиной для таких нововведений стали уроки спорта, количество которых планируют увеличить. Я защитник идеи третьего урока спорта. А если ты понимаешь, что надо делать, то надо найти способ, как это сделать. И другого варианта, кроме как продления учебного года, нет. Мы, конечно, будем считать, насколько, как долго и как надо менять общее учебное содержание. Министр также отметил, что речь может идти о продлении учебного года на 2 недели. В ведомстве также будут искать пути для компенсации зарплат учителям, для которых общее количество контактных часов не изменится, но оно будет разделено на более долгий период. Еще одно планируемое нововведение – дополнительные часы урока здоровья.